Компания Land Rover разработала уникальную технологию Transparent Trailer, прозрачный трейлер, которая позволяет видеть водителю пространство за прицепом или трейлером. Система работает следующим образом. Несколько камер крутового обзора, размещенных во внешних зеркалах и кузове трейлера, передают видеосигналы компьютеры, которые из полученных сигналов формируют единое изображение дороги позади трейлера. Готовая картинка выводится на салонное зеркало, и водитель может следить за дорогой позади трейлера. При включении задней передачи картинка переключается на экран бортового компьютера. В этом режиме система с помощью линии направления движения автомобиля и прицепа помогает водителю безопасно двигаться задним ходом. Но и это еще не все. Вдобавок к этой системе англичане разработали систему CargoSense, которая помогает контролировать внутреннее пространство трейлера. С помощью видеокамеры и датчиков температуры и давления система позволит оптимизировать загрузку прицепа. Ну а если с грузом возникнут проблемы, то электроника сообщит об этом водителю. Кстати, за грузом можно будет следить и в режиме онлайн с помощью смартфона. Данной системой уже заинтересовались конезаводчики, и вполне возможно, что уже в будущем году начнется серийное производство трейлеров с технологией Transparent Trailer.